Рождеством Христовым жители Беларуси от всей души поздравила наш президент. Александр Лукашенко отметил, что более 20 веков Вифлеемская звезда освещает нам путь добра и надежды. Опираясь на традиционные нравственные ценности, вместе с верой мы передаем потомкам самое главное – любовь к родной земле, мудрость и опыт предыдущих поколений. Это помогает строить будущее на принципах мира, уважения и добрососедства, столь востребованных на современном этапе развития общества. Глава государства пожелал соотечественникам здоровья, счастья и успехов во всех добрых начинаниях.